ночью. Да, и ночью люди сидят. Здесь, по-моему, никогда поток людей не прекращается. Сейчас говорят, что на Пхукете приплыли кораблики, но их не относят к медузам, их относят именно к корабликам. Млекопитающим, я не знаю, но в смысле это не медузы. Кораблики. Ну, короче, кораблики очень ядовитые, яхты опасные. Там маленькие. И суть в том, что если, допустим, вас укусила медуза, здесь спасает уксус. Уже был такой случай, когда мужчина спас свою дочку, ее укусила медуза. Он полил уксусом и тем самым спас ей жизнь. То на кораблике это не распространяется. Ну и, в общем, предупреждают, в принципе, всех, что, ну, быть аккуратным в воде. Но говорят, что на Калане его нет. Так как погода сейчас не очень, поэтому на Калан я не знаю, когда мы соберемся. Мы вообще за практически 5 месяцев жизни один раз ездили на море на Калан, и все. А так только с Батиком. То есть у нас только Батик плавает. А мы завидуем молча. А мы рядышком на песочке сидим. Можем ножки помочить и все. А мы сейчас прошли как раз сабвей, который Макс любит покушать. И вот в том индийском ресторане мы тоже были. Знаете, самое интересное, что 3 года назад, примерно в это время, мы были здесь. И с Максимом пообещали друг другу, что мы сюда вернемся. И год назад мы были, ну, только чуть больше уже года назад мы тоже были здесь. И когда мы уезжали с Калана, мы летали с моей подружкой. Она говорит, попрощайся с Паттайей. Мы как раз в этот день улетали. И я сказала, до встречи. Знаете, когда ты здесь идешь, и ты понимаешь, что твоя мечта сбылась, ну это просто непередаваемое ощущение. И не хочется отсюда уезжать. Максимум, что хочется, ну это может быть ездить домой просто в гости на какое-то время, но ты начинаешь здесь уже рассчитывать финансы, понимаешь, что, ну, не так просто, да, там взять тех же там. Мы с Максимом смотрели, даже на Новый год на двоих у нас в две стороны выходило 60 копейками тысяч, да, по-моему. Опять же, той компании, с которой мы летели сюда, потому что если мы полетим домой, то нам надо будет и Бадика с собой брать, мы его здесь не оставим. Пинг-молл еще один, но там делать нечего. Ничего вообще интересного нет. Сейчас мы направляемся в Централ фестиваля, мы вышли, и сейчас идем как раз вот еще немножко, и мы дойдем до Walking Street. Так же, как и в России, как я смотрю, как, потому что работаю также с курсом валют. 35.00 USD, рубль 0.523 уже. Буквально минут 15 назад, когда мы проходили, было 0.525. Да, здесь очень часто меняется курс.
поэтому это не так, как в России каждый день. Здесь каждый, наверное, полчаса. Мы уже подходим к Уолл-стрит. Вон он, Уолл-стрит. Кстати, днем Уолл-стрит открыт для транспорта, то есть там не такая уж и Уолл-стрит получается, больше да. Драйвинг. Нет, там просто проезжают машины, ничего такого необычного. Сидят зазывалы, говорят, пойдем пить, плати. И потом оказывается, что у тебя нет денег. Здесь байки стоят. Которые ночами продают на входе. Да, как-то раз год назад я познакомился с парнем. Мы были на Уолкинг-стрит отдыхали. Он говорит, пойдем, за сигаретами сгоняем в магазин и вернемся. А мы сидели в караоке-баре. Вот, я говорю, ну хорошо, давай сгоняем. Он говорит, быстро сходим и все такое. Ну, я согласился, мы пошли. Что-то мы идем, уже магазинов 6, наверное, прошли. Вот. И вот. Пришли к таксистам. Сначала зашли домой. Он взял карточку, снял денег. Подошли к таксистам, и он взял у них штуку, которую надо нюхать. Кстати, если вы не поняли, мы уже находимся на Волгинстрите. Да, кстати, мы зашли в Уолл-стрит, здесь вот уже какие-то бары открыты, рестораны, вот омары. 240 бат за 100 грамм. Да, получается 2400 за килограмм. И здесь проходит тайский бокс. Да. Пойдем поближе. Короче, вечером, когда все открыто, здесь Месилова за бабки. Ставишь ставки, вроде как, выигрываешь бабосики, не бабосики. Пати everybody dance. Блин, смотрите, как там круто. Мы были 3 года назад на такой вечеринке. Раскидывали всякие светяшки. Кстати, последний раз, когда мы были в этом баре, какие-то арабы, короче, раскидывались деньгами просто. Ну я собрала, конечно, а что бы нет. Да, там прям баблища было. Но они прям раскидывались. Да, ну, арабы на то и арабы, что раскидываться баблищем. Получается, 3 года назад мы были уже на такой вечеринке. Она была действительно фееричная, там раскидывали светяшки всякие. В общем, ушки, все, что хочешь, такая была, ну, как вечеринка плейбоя. Да. Видел-то надо. Так, давай пойдем. И я в тот день надзюзюкался, как кролик. Просто. И он говорил, что он кролик, только что родился и не может ходить. Да, заканчивается Уолл-стрит. А вот как ходят японцы. Да. У нас есть такой рядышком. Да, держат всякие штуки. Они идут за этой штукой. Флаги всякие несут. Держи вот, меня. Теперь Кристинка. Говорит, иди за мной, не потеряйся, за розовым шариком. Говорит, я буду хлопать, если ты потеряешься. Всякая дрянь продается. Мороженое. О, ты видела? Таец просто себе все мороженое в рот вот так. Это вкусня? Капец. Жадный, очень жадный. Кстати, здесь были 2 клуба. Нет, 1 клуб и 1 караоке-бар, если не ошибаюсь, да? Два клуба русские. И 1 караоке-бар русский, да, их, короче, прикрыли. Прикрыли из-за того, что снесли здание. Мы сейчас как раз посмотрим, потому что мы не знаем наверняка, снесли их или нет. Нам мальчишка, у которого как раз-таки мы купили эту камеру, он работал в одном из этих клубов, и он сказал, что, по идее, уже снесли. Да. И ему то есть, пришлось знает, ехать в Россию. То есть, кто знает, это караоке Лима Лима, и их сейчас перенесли. Это клуб Микс и клуб Маска. Но что-то там осталось. Вон видно, что это. Ого, давай к японцам присоединимся. Мы идем за оранжевым флажком. Аккуратно, Кристина. Аккуратно, за оранжевым флажком идем. Вот. Мы, короче, все, подошли к концу Уолкинг Стрит. Как всегда, здесь японцев куча. Да. О, махает нам тут. Конец Уолкинг-стрит. И буковки Папайя. Папайя. Вот он. Подожди.
Где? Нет, вон там. Вон она, беседка. А, ну вот, короче, вот это здание, вот оно уже потихонечку разбирается. Точно, точно, смотри. Ты на байке домой, на нас. Побежала собака впервые. Побежала, да, собака впервые. Морского вокзала. А, ну вон как раз приплыли, скорее всего, с Калана. Да, как раз сейчас время. И там вот недалеко находится ресторан на воде. У нас скоро сядет батарейка. В общем, ребят, надеемся, что вам понравился этот влог. Ждем от вас ответов на наш опрос. Да. Не факт, что все влезет, конечно, в одно видео. Может быть, мы его разделим на два, потому что мы снимали очень-очень долго, что аж батарейка села у нас. Все, всем пока. Пишите, задавайте вопросы. Также подписывайтесь на меня. У меня канала нет, все равно подписывайтесь. Там тоже я есть, или меня там нету, да? Короче, всем пока, до встречи. Shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. Захерачил. Молодец! Уже страшно.